Сложность в том, что нужно писать тоньше, что нужно не более 3 слоев наносить. Как если маслом или темперой писал, то густо на холсте это. И приходится как-то соблюдать меру. Нарисуй мне небо, нарисуй мне дом, нарисуй мне землю, и нас навсегда вдвоем. Нарисуй мне небо, нарисуй мне дождь, нарисуй мне белым, белым все, для чего живешь. Нарисуй мне... Что основная фишка, да, всего? Это самое главное, как я понял, это подчеркнуть индивидуальность человека. То есть такого нигде нет. Арт-пространство, оно может возникать в любых условиях. Оно же такое, ничего не нужно. Вот. Что есть, то и хорошо. С 28 по 30 апреля я это мнение изменю однозначно. И для меня откроются какие-то новые грани зонтика. Некоторые у нас без грунта по черному зонту пишут. Получается так, как город-призрак. Немножко что-то такое получается.